Станислав Владимирович, 3-3 сыграли сегодня. Кажется, что матч и по интенсивности, и по накалу был очень похож на официальный, а не на товарищеский. Ну, поэтому это и есть контрольный матч в подготовительном, заключительный матч в подготовительном периоде. Отличный, считаю, спарринг. Понимали, к какой команде едем уже. Понятное дело, мы провели с ними первую товарищескую встречу в подготовительном периоде, сейчас заключительную, но знаю тренера, знаю требования тренера. В принципе, что хотели, то и получили от соперника. Ну и для нас хороший, как и урок, и в дальнейшем есть над чем будет поработать. Первый тайм не совсем получился, 0-3. В чем причина? Ну, подготовительный период – это такая вещь, знаете, мы играем свой футбол, не разбирая соперника. Соперник сегодня сыграл для нас неожидаемой схемой. Возможно, из-за этого есть какие-то были недопонимания на футбольном поле, но, понятное дело, да, у нас есть хорошие опытные футболисты. Чуть и на них хочется опираться, чтобы по ходу матча умели перестраиваться самостоятельно. Ну, скажем так, на сегодняшний день это не удалось, но я думаю, это решаемо и в дальнейшем все исправится. В концовке в очередной раз забиваем. И довольно много. Это в первую очередь показывает то, что на каждую позицию есть здоровая конкуренция. Да, неважно, молодой, не молодой, опытный, неопытный. В принципе, все ребята заслуживают, на сегодняшний день заслуживают играть в старте. Понятное дело, будет недельным циклом доказываться, кто достоин выйти в стартовом составе, кто с заменой. Поэтому, ну и я думаю, физическую форму мы набрали хорошую, поэтому все будет хорошо в дальнейшем.